Стадион Парк де Пренс в Париже. Приветствуем вас, друзья. А вместе с ним и мы, Георгий Черданцев. Это состав Пари Сен-Жермен. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Показывают состав команды гостей. Сегодня команда сыграет по схеме 4-4-2. Да, ничего удивительного, вполне консервативная тактика. Стадион Парк де Пренс в Париже. Приветствуем вас, друзья. А вместе с ним и мы, Георгий Черданцев. Это состав Пари Сен-Жермен. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Показывают состав команды гостей. Сегодня команда сыграет по схеме 4-4-2. Да, ничего удивительного, вполне консервативная тактика. Стадион Парк де Пренс в Париже. Приветствуем вас, друзья. А вместе с ним и мы, Георгий Черданцев. Это состав Пари Сен-Жермен. Перед нами классическая схема 4-3-3. Игроки на флангах будут активно подключаться к атакам. Показывают состав команды гостей. Сегодня команда сыграет по схеме 4-4-2. Да, ничего удивительного, вполне консервативная тактика. Рядом со стадионом расположился еще один знаковый в мире спорта объект – теннисный комплекс, где проводится Ролан-Гаррос. Лионель Месси. Рецепта, как сдержать этого футболиста, так, по большому счету, и не придумали. Сколько бы человек его ни окружало, Месси всегда создаст, ну, почти всегда создаст себе момент, ну, или партнер. Даже если на плечах висит по сопернику, Месси за счет индивидуального дриблинга всякий раз находит шанс для удара или остроумной передачи. Хорошо мяч перехватили в атаке. ПСЖ в короткий срок вернул себе уважение соперников. Но ведь не так давно команда была этаким середняком. Теперь же она фаворит большинства матчей. Этого в том числе. Менье. Тут его накрывают. Однажды сэра Алекса спросили, кто лучший игрок планеты. Ну и, разумеется, он назвал икону стиля Криштиану Роналду. Бей и выводи команду вперед! Расчетливо сейчас сыграл голкипер и снял мяч буквально с ноги нападающего. Да, четко, чисто, здорово. И самое главное, очень смело. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил.